Я приветствую покупателей и коллекционеров, зрителей моего YouTube-канала и всех остальных тоже. Девочки и мальчики, и сейчас у меня на обзоре две соляночки. Мельхиор плюс стекло. Ссылочка в описании и мои условия продажи тоже там. Сейчас я вам максимально детально покажу каждую соляночку, чтобы вы все видели. Продаются они без претензий и возвратов. Это все можно изучить тоже в моих условиях. Значит так, они вот две как одинаковые, но отличаются вот этими стеклянными емкостями. Здесь вот на первой соляночке емкость чуть больше выходит из-за бортиков. Быстрее всего она не родная. А может быть и родная. Ух ты! Еще и достается. Класс, сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот это сама кастрюлька. Можно так ее, наверное, назвать. Три ножки. Везде все в окислениях. Это все называется отпечатки времени. И имеется вот такая вот печать 9U-MED. Цена 1 рубль 50 копеечек. Это первая соляночка и вот такая вот емкость стеклянная, без трещин, целая. И вот же ж вторая. Вторая идет с маленькой миниатюрной ложечкой. Тоже, смотрите, в окислениях. 9U-MED 19. Цена 1 рубль 10 копеек. Ложка стоит практически как соляночка в те времена. Ой, это, смотри, нет, что-то плохо достается. Не, пожалуй, я доставать не буду. Вот видишь, что окисление такое вот по бортику идет. Чтобы случайно не поломать. А тут как трещина. Или царапины, хотя надо достать. О. Тяжело достается. Прикисло уже временем. Но сейчас я на стол поставлю, секундочку. И вот же мне получилось ее достать. Смотрите. Ну как. Трещина и не трещина, не могу сказать, но заявлю как трещина, вот с трещиной. Но по факту как не трещина. Сверху так вот. Уже он все пальцы в окислении, в бронзе, в бронзовом мельхиоре. Это быстрее всего бронза, мельхиор это бронза. Хотя не могу сказать, бронза это или нет. Мельхиор. Так, 9U-MED. Цена рубль 50. Все так же само. Ножки целые, все в окислениях. Мне кажется, даже не кажется, я уверен, полностью максимально все показал. Вот так сейчас еще покручу. Смотрите внимательно, не делайте необдуманных решений. Все без претензий и возвратов. Ссылочка там. Условия продажи так же само там. Переходим. И покупаем.